стартовали участники финала. И сейчас мы с вами будем смотреть за увлекательнейшей борьбой. И в первую очередь фавориты Иван Нестеров и Степан Хлыстогов. Евгений Штормин имеет все шансы вмешаться в эту борьбу. Но это 800. И любой из этих 8 участников может преподнести сюрприз. Посмотрите, какое начало. Очень и очень спокойное. 27,9 секунды. Заканчивают спортсмены 300 метров дистанции. Тоже очень пока спокойно, в районе 42-5. Хлыстогов и Нестеров, два главных фаворита. Посмотрите, 57-83. Сейчас последние 200 на 22 секунды должны бежать. Нестеров пошел. Но тут уж у кого спринт. Вот такая завязка. Что будет на отметке 600? А что будет? Это 24-5 будет. И вот они, 200 метров последние. Стадион поддерживает. Вот он спринт пошел. Хлыстогов вырывается. Но он только второй, поскольку нет проблем сейчас с отрывом. Иван Нестеров, Степан не догоняет его. Нестеров, Хлыстогов. Ну и мы рады за вас.